Всем привет! Готовлю первую партию обманщиков к отправке. Кадры на прощание. И манок, который я разыгрывал, Дмитрий Юрьевич С. под номером 26, он его выиграл, но на связь пока не вышел. Я надеюсь, он объявится. Ему нужно написать мне на почту irbishunter@mail.ru. Адрес будет под видео находиться. На треугольник нажимаете, открывается окошко, и там в меню, в общем, в описании вы увидите адрес. Вам нужно написать на почту мне свой адрес, и я вам отправлю ваш приз, который вы выиграли. То есть я разыгрывал этот манок среди тех, кто весной донатил на поддержку канала, на ночной прицел, короче. Вот. Надеюсь, эти маночки помогут в предстоящем сезоне охотникам в добыче лис. Я буду на связи, помогу, чем смогу. Также напоминаю, что для тех, кто донатил или приобрел манок, доступно видео с прошлого охотничьего сезона. Охотничье, я охотился на лису, я его не выкладывал. Для того, чтобы его посмотреть, вы мне должны написать на почту с пометкой «спонсор» и указать последние 4 цифры номера карты, с которой присылали. В ответном письме я вам пришлю ссылку на это видео. Ажиотажа особого нет. Ссылки иногда почему-то не кликабельные у меня получается отправлять. Если так происходит, то просто копируете ссылку, вставляете в браузер и откроется видео. Будете смотреть. Надо, наверное, продублировать, попробовать. Я его позже все равно опубликую, но пока оно закрыто. В знак благодарности, так сказать, кто поучаствовал в сборе средств на ночничок. Ну, пока все.